Вот эта комната, что за патрон для пистолета, как-то по-другому выглядит. Не как в Resident Evil Zero. О, вон луна еще тут видна. По-моему, в Resident Evil Zero не было никакой луны видно. Да, это место тоже немного по-другому выглядит. Ну, в принципе, очертания, конечно, похожи в целом. Потому что там тоже этот поезд стоял. Вот тут карта. Надо взять карту фабрики. Ну-ка, и что на этой карте? Пустая фабрика. И все, что ли? Что это за карта такая? На две комнаты. Смысл мне вообще? Похоже на панель управления поворотного круга. Здесь есть замочная скважина. Походу вот сюда нужно будет этот ключик вставить, который я нашел. Нет, не сюда, а что тогда? Что делать тогда? И что делать? Да я не знаю даже. А, здесь залезть можно. Ну, понятно. Ну, скорее сейчас внутри этого поезда ключ будет. Так, аккуратно, сейчас главное не выйти. Нет, здесь что-то вроде нету активных предметов. На стене что-то есть вроде как, но нет, не активный предмет. Да, вот он ключ, походу. Но сначала я обыщу всю эту комнату. Вот, что-то нашел. О, отлично, еще патроны для магнума. Да, походу вот этот ключ мне нужен был. Я вот что-то играю в Resident Evil 2, и он буква D выгравирована. Мне начинает все больше нравиться. Хотя я когда первый раз проходил, ну не первый раз, конечно, но вот когда прошлый раз проходил, как-то не особо он мне вкатил, а сейчас прям нравится. Именно своими какими-то этими индустриальными такими. Индустриальным дизайном, то есть. Нихрена себе, Леон прям побежал. То есть в Resident Evil 1 там был чё, особняк просто, а здесь именно какие-то фабрики, заводы. Мне эта тема больше нравится. Механизмы всякие. Вот не помню, в первой части это... Во второй части... Так, чё так? Ух ты, нифига себе. Ada! Ada! Can you hear me? Come on, snap out of it! Она без сознания, и всё? Больше ничего не скажет? Интересно, на этом поезде потом придется ехать или нет? Я вот не помню. Часть. Панель безопасности. В случае ЧС загорится красный сигнал, и доступ снаружи будет закрыт на некоторое время. Ну, я помню сейчас, что будет. Ничего хорошего, короче. Ну, ничего хорошего для Леона, а так, конечно, интересно сейчас будет. Находите? Как эта голова скукожилась так. Скажи. Ну вот он, короче, это Уильям Биркин, мутировавший. Из-за того, что, блин, мне что, для наверх залез, что ли? Офигенно. Черт, он меня сейчас порвет тут. Я вот когда первый раз проходил, помню, что я что-то упустил, что можно было забежать за поезд. То есть я вот тут бегал с ним, пытался драться, а можно забежать за поезд. Да, да. Вот можно бежать подальше. О, блин, он... Блин! Ну, пиздос. Он довольно быстро бегает.
Точнее, не бегает, а ходит. И я не успеваю нормально его пострелять. Черт, он меня сейчас опять напомнёт. Ну, черт. Надо отбежать его. Но он все-таки быстрее будет, чем тиран в первой части, когда он ходит вначале. Что-то средний где-то быстрый тиран, подходящий тиран. И по-моему он меня, блин, сейчас опять долбанет, потому что я в угол зажат. Нет, сволочь. Блин, ну. А, черт. Походу сейчас убьет меня. Да, блин, черт. Ну, блин, да. Похоже, придется этот момент переигрывать. Сейчас он меня убьет просто. Потому что, чтобы выстрелить, мне придется развернуться и... Ну, блин, сволочь. Сдохни уже. О, неужели получилось? Черт, нет, походу он еще идет. Подохни уже. Все? Это все, да? Да, все, фух. Ох. Блин, ну это эпично было. Это действительно какой-то эпик, прям реально битва. Великая. Еще Леон сейчас у меня такой весь израненный, типа, идет. После боя. Из последних сил просто убил эту тварь. Ну да, чувствую, я просто на волоске был от смерти. Еще бы один удар и все. Интересно получилось, конечно. Don't die on me, Ada. Come on. Wake up. Come on. Я надеюсь, сейчас не придется с монстрами драться, потому что у меня ХП на один удар. Нет, похоже, не придется драться. Вроде как сейчас сейф-рум будет. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know. I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. А, так вот откуда эта музыка. Мне почему-то казалось. Я вот эту музыку помню. А, руководство по технике безопасности. Мне почему-то казалось, что эта музыка в Silent Hill играет в третьей части. И в принципе, вот эта вот музыка, которая... Даже Safe Room, да, насколько я понимаю? Ну да, это Safe Room, вон. Чатная машинка, все дела. Эта музыка, она больше бы подошла Silent Hill'у, особенно третьей части, там прям очень похожие по духу мелодии. Тоже типа такая, ну, типа пианино, и на фоне синтезаторы всякие симфонические играют. Ну, офигенная музыка, вообще прям. Вообще вот в Резидентах, во втором и третьем саундтрек просто офигительный. Во многом, в принципе, вторая и третья часть, они именно своим саундтреком цепляют. Ну, по крайней мере, меня. Я о себе могу сказать. То, что там в пятой, шестой части. Хотя в пятой и шестой, по-моему, тоже какие-то темы были. Ну, блин, какие-то уроды за окном орут.
Нет, в пятой и шестой там не было нормальной музыки. Ну, может, на тех экранах, где перед миссией, там, в пятой части что-то и было. Не более того. Я все больше хочу в четвертую часть поиграть. Я в нее ни разу не играл, ее просто хвалят так. Но вроде как это именно с нее все началось дерьмо экшеновое. То есть Resident Evil сменил как бы свою... А, как сказать-то, стилистику. Концепцию поменял, вот.